Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює». Традиційно по вівторках ми зустрічаємося з освітянами нашої області. Сьогодні у нас вже майже постійні гості, але з ними завжди є про що поговорити. Я рада вітати в нашій студії Світлану Цвіткову, заступника директора з навчально-виховної роботи будинку художньої творчості, та Ларису Анатоліївну Ширченко, практичного психолога того самого обласного будинку художньої творчості учнів. Доброго дня вам. Доброго дня. І як зрозуміло вам стало, сподіваюся, що сьогодні ми говоримо про творчі здібності наших дітей, про те, як їх розвинути, як дізнатися, чого прагне наша дитина і чого прагнуть батьки. Тому що іноді батьки хочуть, щоб їх дитина танцювала, співала або займалася якоюсь такою показовою діяльністю на сцені, а насправді дитині, наприклад, хочеться сидіти і займатися різьбою. І як не нашкодити своїй дитині, говоримо сьогодні саме про те. Так? Отже, розпочинаємо з того, що найчастіше, коли говориться про творчих дітей, вживається такий термін, як обдаровані діти. Здібні, обдаровані діти. От до психолога в мене перше питання. Скажіть, будь ласка, як визначити батькам, що в них обдарована чи здібна дитина? І чи абсолютно це визначення, чи воно відносне? Ви знаєте, неспособних дітей нет. Всі діти способны. Вони рождаються способностями. Тільки ті діти, у яких є тяжелі психопатології, фізичні або психологічні, там можно говорить, и то дети, у которых есть детский церебральный паралич и сохранный интеллект, и то они дают тоже замечательные результаты в некоторых видах деятельности. Поэтому дети способны все. Вопрос в том, как развивать эти задатки и способности. И Светлана Ивановна, отже, будинок художньої творчості – це будинок розвитку здібностей, можна так сказати. Так, будинок розвитку здібностей художнього напряму, будемо казати. Світлана Анатоліївна, отже, які здібності може розвинути у вас дитина? Ну, будемо казати, що ми займаємось з усіма дітьми. Вони здібні і не здібні, тому що у нас приходять діти, будемо казати, уже з виявленими здібностями, а можуть приходити діти, які, ну, будемо казати, на півпуті знаходяться. Вони у нас займаються і в двох, в трьох гуртках. Тобто ми їм допомагаємо виявити свої здібності художнього, естетичного напрямку. Тобто це малювання, це спів, це танець от в такому от ключі. Давайте ще ближче познайомитися з тими дітьми, які у вас займаються. У нас є підбірка фото, так, ту, яку ви нам надали. І хочеться, щоб побачили, щоб познайомитися з вашою роботою, з вашими дітьми, побачити обличчя дітей, чим вони займаються. Будь ласка, наступний ролик. Thank you.
радую, що ми в ефірі телеканалу «Миколаїв». Сьогодні говоримо про здібності наших дітей. Завжди робота з обдарованими дітьми, здібними дітьми – це зв'язка. Педагог, діти, батьки, так? Скажіть, будь ласка, як часто, у відсотковому плані, якось інакше оцінити, як часто батьки вгадують здібності своїх дітей? От коли до вас приводять особливо маленьких дітей, так? От там 4, 3, 5 років, це частіше бажання батьків, ніж дітей, щоб дитина займалася. Як часто співпадає бажання батьків з дійсними здібностями дітей? Можна сказати, як часто вони відгадують, так? Так, як часто вони відгадують. Чим бажають займатися їх діти. Ну, будемо казати, наші батьки, ну, майже 100% вгадують же. Тому що, коли вони приходять, у нас часто проводиться і, ну, кожного року день відкритих дверей в обласному будинку художньої творчості, де ми розповідаємо всім батькам, запрошеним з вулиці, у різних навчальних закладах, чим займаються наші гуртки. От. І тобто вони вже мають ну, якесь уявлення, да, чим буде займатися ти чи інший педагог, та чи той чи інший гурток, якою діяльністю. От. Ну і для того, щоб вгадати, да, вже найбільше, будемо казати, ми розвиваємо дитину у багатьох напрямах. Тобто я вже казала, що діти ходять у нас і в один гурток, і в два, і в три за своїм бажанням. Тобто це додаткова освіта. І вона розвиває здібності дитини у напрямах художньо-естетичної діяльності. Лариса Анатоліївна, скажіть, будь ласка, вибачте, от такий випадок. Знаєте, як в електроннику хлопець там каже, а у мене теж голос, я теж піти хочу. От нема ніби здібності в дитини до співів, але дитина хоче. Чи варто піти на поводу в дитини, віддати її в гурток, і чи вийде з того щось? Путнять, так бы мол. Знаете, обязательно нужно. Если ребенок хочет, в общем-то, у нас руководители гуртков, кружков, вот они кроме специальных целей и профильного обучения, они еще имеют такие неспециализированные цели. То есть, это первое, развивать у детей такие способности, которые можно применить в разных жанрах и видах. И если ваш ребенок очень хочет, главное – желание. Во-первых, талант – это что? Это способности плюс трудолюбие. Можно пробовать. Не все дети открываются сразу. И вот, допустим, вы задавали предыдущий вопрос, родители угадывают или не угадывают в 4 года. В 4 года, может быть, не все можно угадать. Это большое желание родителей. Но потом в процессе конструктивной деятельности, того, как ребенок занимается, растет. У него появляются тоже свои приоритеты. И когда он приходит к возрасту младшего подростка, вот здесь дети начинают, идет ситуация выбора, дети начинают бегать из одного кружка в другой, и часто родители спрашивают, вы знаете, вот что делать, мой ребенок пошел туда, пошел тот кружок, там попробовал, там, это все нормально, ребенок себя ищет, и он имеет на это право, и мы взрослые, и наши руководители тоже одним из пунктов вот этого неспециализированного обучения есть такой пункт, как помочь ребенку самоопределиться в том ведущем виде деятельности, который он выберет потом себе во взрослой жизни, то есть профессиональной ориентации. Ага. Поэтому любая конструктивная деятельность очень полезна, а тем более, если у ребенка большое желание. Если есть желание, значит, все получится. А скажите, с какими чаще вопросами к вам обращаются, возможно, родители, дети в вашем доме творчества? Вы знаете, вопросы очень разнообразные. И наши обдарованные дети, когда, слава Богу, что психология наконец-то пришла во внешкольное учреждение, потому что раньше бытовало такое мнение, что психолог нужен только в специализированном учреждении, где есть дети с какими-то проблемами. Стрессовая ситуация, нет, да? Проблемы, ВАДы бывают, там ВАДы. Проблемы, да, задержки психического развития, слабовидение всякие разные. И в школе нужно. А вот здесь все дети обдарованные. Вот зачем здесь психолог? Здесь захотел, мы пришел, тогда... захотел, не пришел. Вы знаете, некомфортно, нет, ушел от стресса. Здесь это еще, вот вы сейчас сказали о особенности внешкольного учреждения, то, что у нас не обязательное обучение. Поэтому вот насколько мы должны хорошо отработать и создать детям комфортную ситуацию, чтобы им захотелось после школы прийти к нам и находиться у нас какой-то период времени. Мы же понимаем, что сейчас дети теперешние, они не здоровее, чем были раньше. И поэтому школа тоже забирает очень много у них сил и энергии. И поэтому мы
стараемся обеспечить их настолько комфортными условиями, чтобы было им у нас хорошо. Но, опять-таки, наши дети, когда мы провели ряд диагностик, посмотреть, изучить, что ж такое портрет создать нашего обдарованного ребенка. И выяснилось, что наши дети тоже имеют такой же уровень и повышенной тревожности, агрессии, истероидно-демонстративность, это то есть любит быть внимание на себя, и звездная болезнь, неадекватная самооценка. То есть масса-масса проблем в эмоционально-волевой сфере. Есть над чем работать. И когда педагоги убедились, что да, действительно это есть, и с этим надо работать, тем более, что опыт и практика показывают, что одаренные дети, они более впечатлительные, более тонко организованные. Вот, и им тоже нужно очень большое внимание. И родители приходят по всяким разным вопросам. Мы, во-первых, работаем по заявленным проблемам. Обычно мы вот в нашем учреждении смотрим эмоционально-волевую сферу. Интеллект мы оставляем в школе. Но если есть такой запрос, и приходит мама с проблемой, говорит, вы знаете, вот плохо запоминает. Ну хорошо, говорю, давайте посмотрим память. Посмотрели память, да, действительно низкий уровень. Вот давайте вот серия таких упражнений. То есть назначается коррекционная, проводится работа. Вопросы разнообразные. Ну, начиная от самочувствия ребенка, вот, проблемами его в школе, проблемами во взаимоотношениях, проблемами в коммуникациях. Ну, очень разнообразные. Бывали ли случаи, когда вам приходилось связываться со школой, чтобы решить проблему конкретного ребенка? Вы знаете, вот конкретно вот здесь, в областном доме творчества, не приходилось. А вот предыдущем заводском доме творчества, да, мы работали в связке со школьными. В школе тоже есть психологи. И иногда у нас возникают проблемы, надо связаться с коллегой, чтобы каким-то образом стратегии и тактики разработать. Ну, кстати, вот здесь было у нас 42-й школы, у нас есть ребеночек один, там трагически погибли в автокатастрофе отец и мать, и пришлось связываться с психологом 42-й школы для того, чтобы нам разработать именно единую стратегию и тактику общения с этим ребенком. Давайте вернемся к творчеству. Да? Возвращаемся. Возвращаемся, да, к творчеству. И если вы видите, что у ребенка получается, вот действительно получается. Каких-то результатов. Да, какие-то результаты уже у ребенка. И ну, что, какая у вас, какой у вас уже совместный план работы, что касается этого ребенка, вот со стороны психолога, со стороны вашей методической работы, чтобы помочь этому ребенку как бы продвинуться дальше и дальше развивать свои способности? Ну, у нас в учреждении, раз есть психолог, значит, есть психологическое сопровождение процесса, всего процесса и всех участников этого процесса. То есть это педагоги, это родители и это дети. Поэтому у нас есть как бы задачи поставленные, каким образом мы это сопровождаем. Если у ребенка, как вы говорите, получается, естественно, что мы пытаемся создать ему все условия для того, чтобы он эффективно мог использовать свои возрастные и индивидуальные способности для реализации вот тех способностей, которые у него имеются. Но для этого нужно еще и работать с педагогами, я извиняюсь. Да. И также с родителями, потому что только при поддержке, это мы уже убедились по опыту и практике, только если есть хорошая поддержка родителей, вот эта вот консолидация усилий между педагогами и родителями, есть хороший результат. Потому что у детей, вы же понимаете, что еще эмоциональная воля, эмоции и волевые усилия еще не зрелые. Вот. И поэтому у ребенка здесь надо волевыми усилиями родителей совершенно мы верно. Делаем надо ребенка, совершенно верно. Надо ребенка мотивировать на успех. Понимаете? А мотивация, она бывает внешняя, там, куплю тебе там игрушечку, сделай это, а бывает внутренняя мотивация, над этой мотивацией надо гораздо дольше поработать, чтобы у ребенка возникла внутренняя потребность заниматься этой деятельностью. Ну, опять-таки, у нас... Можно вопрос, опять же, если ищем какие-то рычаги, чтобы... Управление ребенком, чтобы у него была мотивация... Внутренняя или внешняя? Внутренняя мотивация. Да, внутренняя мотивация. То не легче ли просто уже не насиловать этого ребенка, оставить в покое, пусть...
Вот занимается, как занимается. Не, ну, дело в том, что если он будет просто заниматься, как заниматься, то у нас дальнейшего развития его творческих способностей не будет. Для этого у нас проводится и мониторинг, поэтому у нас есть, будем говорить, картотека одаренных детей, в которых мы записываем все результаты участия. Но опять-таки вернемся к прошлому вопросу. Будем говорить, развиваем каким образом? Это уже и привлечение наиболее, будем говорить, результативных, да, тех детей, которые уже занимаются 3-4 года к учебному процессу в виде педагога. То есть у нас есть проект «Сам работаешь и помоги другу», то есть где уже непосредственно нашим воспитанникам дается возможность помогать педагогу, проводить совместно с ним какие-то занятия, уроки, вот, оказывать помощь в изготовлении там, или в показе какой-либо деятельности. И также это участие уже непосредственно в выставках, концертах, где дети получают грамоты, то есть тоже это идет как толчок. Но я хочу вернуться к вашему вопросу, да, по поводу, стоит ли пустить это все на самотек. Вы знаете, здесь может быть два варианта. Есть дети, но это очень небольшое количество детей, которые вот рождаются со стержнем. Угу. Вот что бы, как бы ни, ситуация ни случилась, все равно у него вот этот вот его способность, талант или желание большое, оно все равно проявится. То есть сейчас, может быть, в этом виде деятельности, а будет какая-то благоприятная среда, он может проявить себя в другом виде деятельности. Но все-таки я бы не рекомендовала. Я считаю, что взрослые должны быть все время рядом, все время настороже. И должны обязательно, конечно, ребенок ведь, одаренный ребенок, чем отличается одаренный ребенок от одаренного взрослого? У взрослого уже все его критерии, ценности, все уже сформировано, на которые он опирается. Ищет там вдохновение, свою мотивацию. А ребенок очень зависим от окружающей среды. Понимаете? И если в этой среде он очень зависим от оценок взрослых, его продуктов, да, своей деятельности. Понимаете? И вот эти оценки взрослых, они должны быть дифференцированными, правдивыми. И ребенок очень даже с дошкольного возраста чувствует фальши, когда взрослые говорят неправду. А вот оценивать правдиво, компетентно, это очень сложно, это взрослым нужно учиться этому моменту. Mm. То есть создавать ребенку определенные условия для того, чтобы... Если мы научим ребенка внутреннюю мотивацию, то его заложим, это потом будет в дальнейшей деятельности, конечно, его взрослой, даже если он, конечно, отойдет в другой вид деятельности, конечно, он все равно будет уметь добиваться своего. Вот этот стержень начинать формировать. И я всем рекомендую, что надо обязательно быть рядом. Даже если присматривать, то может быть присматривать незаметно и ненавязчиво. Это уже талант педагога и талант родителей. Ну, что касается конкурсов. Без конкурсов у вас не обходится. Нет. А конкурсы – это просто жуткие слезы чаще всего проигравших. Как вы работаете с детьми, чтобы они научились, как говорится, проигрывать, но при этом не теряли интерес к деятельности? Вот здесь мы как раз и формируем у них навык в условиях конкурентности, за признание, вот правильно принимать эту ситуацию. И поэтому, если так случается, то, как правило, педагог объясняет: да, сегодня ты второй, но ничего страшного, это тоже достижение. Вот ты поработаешь больше, вот тебе нужно сделать, или там сегодня ты стоишь во второй линии, танцуешь, а не в первой. Угу. Вот. Вот тебе нужно поработать, и потом после этого у тебя все получится, ты будешь стоять во второй. А никогда не замечали, кто больше переживает вот из двадцатки? Те, кто не дошел до тройки, там, например, 4-5, или те, которые 15-е? По-разному бывает, в зависимости от личностных особенностей ребенка. Я знаю, что очень большие трагедии бывают у детей, ну даже это уже не взрослые, это уже как бы даже не подросток, даже уже молодой человек, вот он не поучаствовал в каком-то, да, бесспорно он талантлив, он не поучаствовал в каком-то концерте, его взяли, для него это вселенская трагедия. Да, вот. Но тут надо понимать, ученик, тем уже, конечно. Да, сложнее. Но опять-таки детей-то надо готовить к взрослой жизни. Вот они сейчас находятся с нами, да, в нашем внешкольном учреждении, в школе. Здесь существует определенная моносубкультура такая. Ну, вот где... Придумали бы 20 номинаций для всех 20 участников. А вот когда он пойдет в многовекторное вот это взрослое пространство, вот что там можно придумать для него? Мы же должны его адаптировать в социуме. То есть он должен уйти от нас, закончить.
закончить школу и пойти во взрослую жизнь, он же должен там выжить. Нужно уметь. И да, и закрепиться, и конечно. Тут вот эти моменты тоже очень важные, чтобы можно было, чтобы ребенок это правильно принимал, чтобы не формировались неврозы, там всякие другие. Ну а там, здесь же очень часто играют роль амбиции родителей. Когда, ну, знаете, чаще трагедия для родителей. Верно, да, да, это вообще отдельная большая тема. Вы как-то работаете в этом плане с родителями, конечно. Есть еще такой вариант, когда ребенок очень страдает от того, что он ожидания родителей, вот родителей, да, уровень ожиданий родителей не оправдывает, а он не может по каким-либо причинам. Психологическим, физиологическим, опять-таки, и все, и вот родители хотят, а у него не получается. Но вот, а что делать, если вот обещали, да, займешь там хотя бы третье место, ну хотя бы, хотя для ребенка это очень много среди 20, например, 20, опять же. Место. Будем на конкрет, ну вот чуть-чуть конкретизируем наш разговор, да, и мы тебе купим там какую-то игрушку. Ну это называется внешняя мотивация. Ну, получилось... 7-е, 8-е, там 10-е место. Покупать игрушку или нет? Ну, это тоже достигло. Ну, во-первых, обещали. Купите. Ну, не было места. Нет, подождите, обещали. Ну, чтобы не расстроили. Значит, здесь, пожалуйста, подойти, я думаю, дифференцированно. Да, не эту игрушку. Это было на третье место. Но опять-таки, индивидуально. Ну, мороженое ты заслужил, да? Да. Если маленький ребенок, конечно, внешняя мотивация, внутренняя мотивация тоже будет. Но начинать с внешней мотивации такое, ну, можно, да? Можно, конечно, даже нужно. Опять-таки, мотивация хоть какая-то должна быть. Давайте с внешней, а потом работать, надо душой работать взрослому человеку над внутренней мотивацией, чтобы у ребенка была потребность, желание, вот какой конструктивная деятельность. Это большая работа родителей. Я очень сильно вас благодарю. У нас очень быстро закончилось время. Говорить нам есть о чем и очень будет много, о чем, да, в следующих эфирах. И думаю, что главное, вот вы со мной согласитесь или нет, главное в этом случае не навредить, да? Да. Не навредить ребенку и со стороны родителей, и со стороны педагогов. И я думаю, что вам есть что пожелать в двух словах нашим родителям, которые хотят, чтобы их дети проявили какой-то свой талант. Вы знаете, я бы хотела бы родителям пожелать терпения и большой любви к своим детям. Вот, и быть по отношению к ним очень внимательным. И создавать им определенные условия для того, чтобы они могли себя реализовывать. Хотя это не всегда получается в наше время. И материально. Да, да. И хотела бы обратиться к родителям, всегда поддерживайте своих детей. Получилось, не получилось, достигли они какого результата, не достигли. Поддерживайте их и любите такими, какие они есть. Дякую вам дуже. З нами сьогодні була Світлана Іванівна Цвіткова, заступник директора з навчально-виховної роботи будинку художньої творчості учнів, та Лариса Анатоліївна Ширченко, практичний психолог того самого будинку художньої творчості, який завжди вас очікує і думаю, що може багато дати вашим дітям. А це була програма «Це вас хвилює» завжди по вівторках. Наступного вівторка знову чекаю вас в цій студії. Ми будемо говорити про наших дітей. Дякую, що були з нами. До побачення, до нових зустрічей.